Хей, Йогай, с вами Шумки, мы продолжаем пройти игру под названием Borderlands 2. И это у нас последняя DLC, приключения крошки Тины. Ну, либо просто настолка. Потому что это у нас так и есть, настолка. Хорошо, мы с вами получили пропуск в лес опасный. Стыковку снимаю. Так, так искатели хранилища доказали Торху свою безбашенность. Они даже не знали, какие ужасы ждут их в темном лесу. Читаешь, да? Да, я читал. Новое задание. Я хочу, чтобы вы взорвали... океан! Взорвать океан. Тина, пожалуйста, отправь его домой. Ладно, ладно. Мистер Торг, я отправляю тебя в... колодки. Колодки? Круто! Ну, ладно, меня зовут Девлин Привратник, я помогу вам попасть в лес. Вам никто не... Так, пройти этого ужасного леса, дед. Пожалуйста, я стану вашим проводником. Ага, все, он убежал. А у нас появилось 4 задания, ни хрена себе. Да-да. Много заданий, поехали. Сейчас мы все забираем, все задания. Разве вот это не колодки? Волшебник, так, пронзил грудь моей девушки мечом. Так, еще тыковка. Так, еще где-то 3 тыковки. Нам нужна тыковка. Тыковка. Ой, я вижу тыковку. Тыковка, 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 тыковка. Так, там подъем есть наверх. Так, еще 2 тыковки. Буквально 2 тыковки. И нужно будет закупиться патронами. Тоже такой здесь моментик. Трековка. Так, лучшая защита. Я тут затронил мое дело хранить этот город. Да, доспехов нет. Можешь сгоняешь в лес и принесешь мне что-нибудь, чтобы защитить те прекрасные... Что она сказала? Прекрасный кого? Не, на ту сторону не хочу идти. О, тут еще что-то снизу есть. Так, тут сундук я вижу. Оп. А, ну это плохие сундуки. Пройти сюда не могу, не могу. Блин, знаете, вот было бы прикольно, если бы они сделали... Ну, можно даже сказать... пасхалку, либо это было бы каким-то приколом в каком-то месте. Вот необычно, да, черная стена, да, которую нельзя пройти, а просто поставь, ну, стена была бы обычная, зарисован там, я не знаю, краской. У меня есть задание мужикам. Так, место в качалке. Так, у меня для тебя есть супер задание. Прежде всего, Торг, а зачем ты вообще играешь? Ты же качок, нахрена тебе эти гигантские штучки? Что? Если я поддерживаю себя в хорошем форме, значит мне нельзя любить гигантские штучки? Давай уже избавимся от этого противного. Дамы, дамы, у меня идея. Искать приключения, вы должны найти 3 тайных вопроса для настоящих игроков гиков. Торг, на 3 мои вопросы отвечает и так тогда в игру нашу вступай. Так, найдите первый вопрос. Давайте закуплю сразу патроны. Волшебные пули не нужны. Magic Pulse, Magic Pulse. А у меня все, у меня фул. У меня. О, еще тыковка. Осталась еще одна, да, кажется? Да, еще одна нужна. Тыковка. Где у нас тыковка? Понятно, что она где-то здесь... Ага, это к... Это нужно выйти. К Мокси сходить. Ты еще с нами? Замечательно. Продолжаем в том же духе. Не хочешь ли мне помочь? О, критический промах. А вот и халявная пушка. Спасибо за то, что разобрался с этими кретинами. Где-то недалеко я наставила для вас пушки. Может, ты их заберешь?
А никогда не сражайся на пустой желудок. Насрали черные дни. А, солнышко, с тех пор, как волшебное применение заключение заклинания, а проблемы с провизией. Если вдруг найдешь окладку... Стоп, мы продолжим собираем только оладушки. Кина, ты знаешь, что есть еще другие виды съестного? Не может такого быть, лет если один... Не понял вопрос. Оладушки. Блин, я пить хочу. Что-то я воду не напиваюсь, у меня сушеная, блядь, после вчерашнего, я ебал. О, пиздец, сушняка. Вот так вовка. Одним заданием меньше. А так, разминка для ума. Перед вами сэр Редальф Фолд Бернствилд. Аристократ и любитель загадок. Если сможете решить одну и... такую загадку, его наградка. Приветствую вас, кстати, приключения. У меня для вас загадка. Я все никто, я везде и нигде. Как меня зовут? Проверка интуиции, пытаюсь отгадать загадку. Так, повторите загадку. Я все и никто. Я везде и... Брик, не швыряй кубики в такой силе, смотри, фигурки сломал. Победа достигает тебе. Ура. Отгадай загадку с Реджета фон Бартлия. Если вы не знаете ответ, то это слово начинается на букву Д. И рифмуется со словом Шаркмен. Конец загадки, кубик. А, в смысле на Д, подожди. Шаркмен. Не врубайся. So answer... Так, какой правильный ответ? Не знаю. Монатина, ну хорош, хорош. Задает загадку, которую она сама не знает ответа. Так, давайте теперь смотреть по этим. Что сейчас бессмертных? Подождите. Так, ну это туда, куда я пойду, да? Лес. Это все в одном месте. Ай, блядь, опять не то. А нет, это то. Так, давайте, наверное, пособираем сначала ладушки здесь в локации. Или все-таки сходим внаружу. Или сходим все-таки сюда, и я пособираю все остальное. Башня волшебника не место для героев. Давайте тогда тут сюда сначала сбегаем. Так, а я здесь еще не был, да? Да, я здесь не был. Нифига себе. Минус паук. Ой. Ай-яй. Черная вдова. Паук самоубийца. Паучок. Ну. Но у них слабое место, это жопка. Поэтому нормально. Так. Оладушек. Это пушка, это не оладушек. А, оладушки. Я игру сворачивал, поэтому он может сейчас немного фризить. Так, там есть куда-то тоже проход. Быстрее-то спуск. Или нет? Да, это спуск, но нет. Или да. Сложно сказать. Нет, это не спуск. Скелет карлик. Ну, быстрее скелеты карлика можно отнести к... Ну да, смотри, все-таки автомат это хороший. Хорошо, что я его прокачал, но это, считай, не автомат, а... М-ка. Ну это ж не автомат. Так ведь. Ладно, побежали за ладушками. Побежим за ладушками, нужно будет... Я не знаю, зачем такие маленькие сундуки?
Было прикольно, если бы в таких маленьких сундуках что-то находилось довольно ценное. Ну, понятно, что без свалки нигде не быть. Серьезно, шины? Шины, вот вы сюда добавили матрасы с шинами. Фэнтези игру, шины. Машины где? Машины вы видите здесь? Извините, я не вижу здесь машин. Где вы их видите? Ладушки. Так, хорошо. Блин, знаете, мне нужно, короче, одеть шлем вот тот, который типа рыцарь мне давали. Чтоб сразу к игре подойти. Типа рыцарь к нам пришел в город. Тайный рыцарь. Тайный рыцарь. Еще... Слава науке, что я не застрял в гномьих что-то там. Так, и... Ладошки. Ой. Я ему голову только что снес, она снова появилась. А ладушки это вообще что? Кругляшки из муки и дрожжей? Обычно их мажут с маслом. Ничего другого, я и не... Ничего серьезно? Как ты еще копыта не отбросила? Нетушки, не дождешь, я буду жрать... Ладушки. Вечно сжать ладушки. Подождите, скромный порт. Не понял. Стоять. Чё-то я нихера не понял. Ну окей. Найти первый вопрос. О, ништяк. Воу-воу-воу. Тихо. Ну что это за фигня? Я ему снес. Вот, видели шлемы? Возьму попозже. Вот я шлем ему снес. Боже. А, так это я ему не шлем снес, это я еще ему часть брони сношу. Вон оно что. Тогда окей. Взять. Вы нашли первый вопрос для гиков. Мистер Торск, сериал «Космические путешествия в космосе». В рубашке, так, космический корабль, который сейчас сгорел всего, сидят... Красный, конечно. Правильно, искатель приключений впереди за новым вопросом. А почему ты спрашиваешь у меня про эти штуки? Потому что ты качок. Мы должны убедиться в том, что ты не противотворишь гикам. Хорошо, отправляемся. Нихера он ускоряется. Главное не не пролететь. Давай, давай, давай. Хоп. Отличненько. Найти следующий вопрос, и мы пойдем с вами в ту локацию. Как раз у нас все равно там задание, поэтому все отлично. Поэтому все отлично. Ну, как вы видите, у нас автомат хорошенький. То есть дробовик то на ближние дистанции. И те, которые будут мясистые такие. А это для такого. Он уходит! Убей его! Житель 000. Набить морду. Бей его по морде!
Так, певец, смотрите, а я уже почти апнулся. Ах, сука, ладно. А так это ко мне бежишь? Вопрос второй. В серии Эхо Кинг Род Дракона Несса закончил так 13 на трон, чтобы быть снова меч. Правильно. Вперед за новым вопросом. Ох, ну вы и параноики. А, слушай, в детстве нам надо мной смеялись за две вещи. За мои татухи и за бункеры в безбашенности. Не лезь в мой мир просто потому, что он стал модным. Клянусь членом Скага, что за подвиги гнев. Где-то снизу, да? А, да, я видел, что-то было. Последний вопрос. Как называется корабль, похищенный синий ящер в 23 серии 15 сезона «Приключения синего ящика»? Я не знаю. О, Торг, не повезло. Похоже, ты все-таки не настоящий гик. Почему? Я же люблю фантастику, фэнтези, единорогов и бип. Почему мне нельзя играть с вами? О, надо же, я типа чувствовал себя последней сволочью. Я тоже. Торг, слушай, извини, можешь играть с нами, не вопрос. Будешь раздавать дополнительные задания в городах или еще типа того. Здорово! Так, терпимость, понимаешь. Парни, вы лучшие. Или мое имя не мистер Торг? Так, левел... стоп, твое имя мистер Торг? А фамилия тогда какая? Флексингтон! Так, левел 52, health LFG. Возьми с собой снайперскую винтовку. Бери задание, говно МС. Опасный монстр, которым нужно убить, прячется где-то рядом. Конец описания. Так, хорошо. ММО, РПГ, ФПС. Вы это понимаете? Это типа ММО, ребята. ММО, это многопользовательская онлайн-игра. Пипец, смотрите, мы почти апнулись. То есть здесь... А, плевать, сколько... Вот взять просто те дополнения, да, которые мы проходили именно охота за головами. Там за убийство нам минимум давали опыта. Ну, здесь, в принципе, тоже дают по одному опыту, но за задание дают достаточно. Так, это скелет сильный был. Так, собрать оладушки. А, тоже оладушки, круто. Да, походу я... сносил этот. Ой-ой-ой. Наруч. Так, ладно, где ладушки? Так, хорошо. А, я патроны забыл купить. Плохо. Это сейчас очень плохо, потому что я хожу без патронов. Это очень плохо, то что без патронов.
Так, сюда им. На водичку. Ну, ой. Хорошо. Так, мод. Ладушки. Блин, мне патроны нужны. Как можно больше, желательно. Побольше патронов. Так, а ладушки, походу, находятся там, куда мне нужно пойти будет. Поэтому, да, неплохо. Так, да, мне туда нужно отправиться. А по карте, да, как раз где голем. Пойдемте по воде. Можно... Они все равно отвлекаются. Типа пробежать. И все. Почему ты не отмечаешься? Местность. Ой, это мрачное место. Так, заброшенная развалина. Хорошо, ладушки там. У, супер сундук. Окей. Так, а ладушки здесь. Тина, тебе всего лишь 13, почему ты... Что это за слово? Почему он злится? Успокойся. Он смотрит на меня. Стоять, подожди, стоп, стоп, стоп. Я только что потратил... Я понял. Это было классно. Это было круто, это было классно. А, отлично. Не, я все-таки круг не смогу сделать. Собрать оладушки в лесу. Короче, как понял, мы будем везде собирать оладушки эти. Мы будем эти оладушки везде собирать. Так, давайте я схожу в ту сторону, посмотрю, что все-таки с той стороны у нас было. Потом я не знаю, что поделаем, потому что я хочу следующую локацию, да, начать... Следующую локацию начать с этой же миссии. Ну, типа... Вы поняли. С лесом. Поэтому мне нужно сейчас как-то... разбавить время, хоть еще 8 минут этих. Ну, типа, я знаю, что я могу сейчас сделать примерно. Мы можем сюда пойти. Изучить, что здесь у нас. Не знаю, почему так враги быстро восстановились. И хорошо, что у меня еще и бомба довольно хорошая. Типа, коррозийка. Нет, кстати, это не коррозийка. Это это у меня. Как он называется? Так, безусловно, безлюдный берег. Ага. Ага, смотри, там что есть, манать. Там врата какие-то. Понятное дело, что... Да, он пуляет туда сейчас, куда я бегу. Next локация. Подсвечу. Вот и все. А что сделал? Ароматная пещера. Ложка Хан. Добро пожаловать! Я великий Ложка Хан. Истребитель людей и радость вкусных сосочков. Сосисочек. Я был великолепным шеф-поваром Пандоры, пока власть не пришли император Сосиска. Ясно. Она, тебе даже спринт специально сделали. О, великий воин, сосисочник.
Ну да, место большое, но походу... Безусловно, безлюдный... Блин, смотри, там кое-что, значит, есть. Это храм неизмеримого ЧСВ. ЧСВшное место. Да, походу, мне сюда потом придется прийти. Потому что тут какой-то меч торчит в земле, значит, это потом сюда придем. Турель готова к бою. Поэтому побежали. А не, смотрите, за скелета посу... В смысле? То есть за каких-то мне дают... Много, за каких-то мало. Опа. Тихо. Да, прыжки тоже не помогают. Отличный бег. Ну, хатик помогает, ладно. Так, сразу на пистолет, чтобы быстрее пробежать это все. А, ну, 25 минут. Серия. Ну, мы можем просто зайти, типа, в лес. Пока придем в убежище каменного сердца. А, закупимся патронами. А после пойдем к лесу, и можно там уже будет закончить. По этому, как-то так. В принципе, король с... воин сосисочник. Блин, ну вот это то, что я кубик кинул, и у меня забрали... Сколько у меня хотя бы забрали? 4, да? Редики. Хочешь познакомиться с моей подружкой? Потому что у меня редики было много. Срочное новое. Турели убивают. Не, по 2 опыта всего лишь за них дают. За этого 14, 2 опыта. За кого мне там дали так много тогда? Там еще наверху что-то есть, но это, скорее всего, просто картинка. Убежище огненного камня. Так. Собрать оладушки. Чаще бессмертных, лес. Но здесь я вижу, значит, у нас еще будет две локации впереди. Для этого верить всему этому. Так, внизу ничего нету скрытного. Скрытного ничего нету. А волшебные пули не нужны? А нужно будет еще, знаете, подойти... Так. Угу. Так. Так, кстати, я пули не купил. А, дропы есть, хорошо. Тебе нужно подлечить? Срочно. Добро пожаловать в... Так, плавильню здоровья. Клиники. Удачи тебе в старанциях и все такое. Добро пожаловать в портированную лечебницу, станцию доктора Зеда. Убей там за меня парочку кого-то там. Окей, давайте тогда... Хотя я еще не добежал. Добежим там, посмотрим. Ну... Смотрите, у нас еще в порту есть неизученное место. Поэтому мне придется еще в порт, походу, возвращаться. Потому что там какие-то камни с мечами торчащие, плюс где вот это ЧСВшное место. ЧСВшное место. Ну, и либо мы можем с вами закончить сейчас, и тогда я перейду в лес. Поэтому, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.